45-летнего барнаульца будут судить за публичное оскорбление правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю. Мужчина вступил в конфликт с продавцом одного из супермаркетов города. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и доставили горожанина в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. Уже в служебном автомобиле задержанный начал оскорблять правоохранителей. Также он продолжил записывать оскорбления на видео после составления протокола. Представься! Ты кто такой? Кто, оборотень в погонах, что ли? А? В квартире подозреваемого провели обыски, изъяли ноутбук, роутер и телефон. Сейчас следователи проводят сборы и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителей власти».